И к новостям нашего города. Единственный в стране женский педагогический университет отмечает 70-летний юбилей. За эти годы вуз выпустил больше полумиллиона молодых специалистов. Почти все остаются в профессии навсегда. Как подготовить преданного своему делу учителя, знает здесь лучше всех. Казахский государственный женский педагогический университет отмечает 70-летний юбилей. Сейчас за моей спиной 70 пар танцуют под венский вальс Штрауса. Отточенными и легкими движениями студентки главного педагогического вуза республики в паре с курсантами военного института радиоэлектроники и связи встречали прибывающих во дворец республики гостей. А внутри педагоги и добившиеся успеха выпускники «Альма-Матер» принимали поздравления. Каждый третий студент страны учится в нашем мегаполисе. Стоит отметить, что Казахский государственный женский педагогический университет занимает особое место среди вузов страны. За 70 лет университет подготовил более 60 тысяч высококвалифицированных педагогов. В свою очередь, ректор Динара Нукетаева вручила Ахметжану Есимову золотую медаль «Улагат» за поддержку вуза. Наградили и нынешнего министра образования. Медалями за заслуги в развитии науки отметили лучших профессоров. Одна из обладательниц – декан социально-гуманитарного факультета Жамал Ашербекова. Она обучает молодежь уже 27 лет. Я думаю, это не только моя награда, это награда нашего коллектива. Это награда нашего факультета, которые вместе эту работу делали, и научная работа есть, и направление учебного процесса, воспитательного процесса. Университет, созданный в 1944 году, вносит значимый вклад в подготовку кадров отечественного образования. На сегодняшний день в единственном в стране женском университете обучаются более 9 тысяч студенток. Жадыра Жалдыбаева, Скандербек Тугуспаев, телеканал «Алматы».